Здравствуйте, уважаемые любители винограда! Сегодня прекрасный солнечный день, и мы вот решили выйти на подвязку после обрезки. Подвязываем мы таким образом. Вот у нас резинчатые веревочки. Я разрезаю пополам, в целях экономии еще разрезаю. И вот оставляем вот такие веревочки для подвязки. И теперь смотрите. Наклоняем одну плодовую стрелку нежно, аккуратно, не спеша. Придерживаю локтем, обматываю веревочку 1-2 раза, чтобы была платформочка для лозы. И завязываю. Ничего сложного абсолютно. Вот таким образом. Берем вторую лозу, вторую плодовую стрелку. Можно разместить ее на той же проволоке дугообразно. Вот таким образом. Чуть-чуть мы сгибаем, чтобы не было нагромождения зеленых побегов. И еще одна подвязка. Смотрим дальше. Смотрим, где у нас свободное место. Вот располагаем вот таким образом на второй проволоке другую плодовую стрелку. Если нужно, придерживаем локтем, если пружинит. Еще раз делаем платформочку. И завязываем. Тогда лоза будет себя очень комфортно чувствовать. Не будет травмироваться о проволоку. Ой, отпружинила, извините. Отпружинила. Пробуем еще раз. Придерживаем пальцами конец лозы. Еще раз завязываем. Вот. Дальше идем по кусту. Смотрим. Располагаем все плодовые стрелки на те места, где свободное место. Ищем. Наклоняем. Это сюда пойдет. Это сюда пойдет. Лоза очень хрупкая, поэтому нужно подвязывать очень аккуратно, не торопясь, медленно. Вот таким образом у нас расположены все плодовые стрелки на шпалере. Это мы располагаем сюда. Основание сначала. Основание можно не делать платформочку, оно уже огрубевшее. А это медленно мы направляем по шпалере. Немножечко сдвигаем. Придерживаю локтем. И завязываю. Дальше идем по кусту. Смотрим. Эту лозу можно расположить вот в этом месте. Получилось. Дальше. Смотрим дальше, куда пойдет это. Напрашивается она, конечно же, она плохо гнется, чтобы ее не сломать. Мы все-таки расположим на третьем ярусе. Вот таким образом. В большинстве случаев лозы подвязываются в двух местах. Для чего? Для того, чтобы исключить полярность. Что такое полярность? Если бы лоза располагалась, если бы мы ее оставили в таком положении, то пробуждались бы верхние несколько почек, а нижние спали бы. И это было бы у нас нерациональное решение вопроса. А для того, чтобы пробудились все почки, мы эту лозу в одном месте подвязали, протянули немножко и подвязываем в конце. Этим самым мы достигаем того, что почки будут пробуждаться практически все одновременно. Далее идем, смотрим. Вот эта плодовая стрелка, мы ее расположим вот в это место. Она у нас плохо гнется, чтобы ее не сломать. Медленно ее наклоняем на третий ярус.
слышим потрескивание, и тем не менее, вот, я локтем прижимаю, придерживаю, помогаю себе, и вот веревочку, вот в этом месте помещаю веревочку. Придерживаю локтем, потому что она пружинит. Вот, поэтому пустое место мы заполнили этой плодовой стрелкой. И у нас, в общем-то, получилось рационально. И зеленые побеги потом будут чувствовать себя комфортно, то есть свободно. Дальше идем, смотрим. Следующая у нас плодовая стрелка очень хорошо и будет располагаться вот в этом месте. Наклоняем. Потрескивание, кстати, вы не пугайтесь. Это говорит о том, что лоза созрела. Легкое потрескивание. Здесь пружинит, поэтому здесь не обязательно, близко к проволоке она не будет располагаться, поэтому не обязательно делать платформочку. Мы просто подвязываем вот так, раз и все. Дальше смотрим. Следующая рука. Другой кут. Где место? Вот. Эта лоза у нас пойдет на второй ярус. Сам рукав придерживаю локтем и подвязываю к проволоке сам рукав. Будем считать, что это основание плодовой стрелки. Это основание. А вот это конец плодовой стрелки. Здесь мы делаем платформочку, потому что она близко прилегает к проволоке. Вот. Дальше идем по кусту. Смотрим. Вот этот рукавчик мы вытягиваем. И как раз плодоносящие почки мы располагаем дальше ранее привязанной лозы. И не будет наложения у нас. Вот таким образом. Где нужно придерживать пальцами, где ладошкой, где локтем, помогая себе. Это вполне нормально. Ну, а эта лозинка у нас, плодовая стрелочка, пойдет вот сюда, хорошо гнется. Легкое потрескивание. И на третий ярус подвязываем. Туго веревочку мы не завязываем, оставляем немножечко пустого места для утолщения впоследствии этой лозы. Утолщение обязательно будет по мере вегетации. Дальше еще у нас остался на этом кусту. Еще вот рукавчик один остался. Смотрим. Начинаем с длинного. Можно, ну, лучше всего на второй ярус, чтобы не было близко к земле. Чтобы гроны у нас не достигали земли, почвы. И не подвергались гниению, съедению там какими-то вредителями и так далее. Вот, конец мы подвязали. Естественно, основание мы тоже подвязываем. Я придерживаю даже в данном случае, еще применяю колено. Колено. Ну, еще у нас осталось вот это вот две плодовые стрелочки. Мы их вот как раз у нас пустое место очень хорошо располагается. Конец подвязали и основание подвязываем, подтягиваем вот так. Мы подтянем, вот видите, я помогаю, даже корпусом помогаю, чтобы мне было проще. Еще у нас одна осталась, не очень длинная плодовая стрелочка. Вот как раз мы на это место мы ее и определим. Уважаемые друзья, может, некоторым покажется, что вот здесь вот какие-то накладки и будет загущение. Но на самом деле мы будем в дальнейшем смотреть, какие почки перезимовали хорошо, какие нет. Но если будет загущенность, дальнейшее действие это зеленые операции, нормировка побегами. То есть если будет загущение и не плодоносящие побеги, мы просто их удаляем.
Но это уже впоследствии, когда появится подвязка. Ну вот, на примере куста примерно вот ясна картина по подвязке. Забыла еще сказать, что как никогда в этом году у нас получились саженцы винограда очень качественные и большое разнообразие. Не зря старались эти руки. Поэтому желающие приобрести, можете найти телефончики, информацию о нас и приобрести, если надумали в этом году посадить именно этот посадочный материал. Всего хорошего! Пока-пока!